Всем здравствуйте. Сегодня немножко такой промышленный обзор, да, но опять как бы самое дешевое, да, что есть, буду показывать вам. Значит, в этом обзоре я хочу показать вам термопреобразователь китайский. Тоже куплен на Алиэкспресс, стоит там какие-то копейки сущие, что-то в районе, по-моему, 150 рублей вот за три штуки я отдал. Значит, WZP какая-то марка, PT100, да, характеристика у него, вот, и нормирующий преобразователь, то есть известно, да, в промышленности часто используются приборы с током выходом, как бы они, ну, достаточно помехозащищенные, вот. И стандартным де-факто в промышленности являются вот сейчас уже частые цифровые датчики, да, там, с хард-протоколами, но это дорогие достаточно вещи, но в основном 4,20, иногда еще 0,10 вольт, они, кстати, 0,10 вольт тоже есть, такие нормирующие преобразователи. Значит, это у нас специально как раз для датчиков PT100, вот. Единственное, конечно, у китайцев как бы точных характеристик не добьешься, поэтому я, честно говоря, не знаю, насколько он точно показывает. Ну, сейчас посмотрим вот по сравнению вот с этим термометром, который, в принципе, конечно, не очень точный. Вот. Ну, овеновский прибор, он тут, наверное, тоже какие-то нюансы, да. То есть вот как мы подключаем. Значит, вот к этим клеммам подключается термопреобразователь. Он допускает более точно подключать этот двухпроводной термопреобразователь, а называется трехпроводной схеме, да, что будет более точно. Ну, поэтому я здесь вот сделал перемычечку, да. То есть вот эти контакты, они без полюсов просто подключаются. Вот здесь, соответственно, токовый. Здесь у нас прибор 27 вольт выдает. Мы сюда подаем плюс. По-моему, плюс оттуда, да, ну как бы это не суть важно, да, то есть можно, конечно, посмотреть, как он подключен там. Здесь, конечно, я замазал, потому что здесь было все в таком состоянии, то есть плюс, да, плюс нормирующего преобразователя, плюс датчика, здесь, по-моему, что у нас тут? И минус у нас черный. А черный у нас зеленым соединяется. Зеленый с минусом блок питания. Так, ну, в общем, так. Посмотрим, показания сравним. Ну, они все в разных условиях, да, тут лежат, поэтому я их сейчас просто буду одновременно нагревать и смотреть будем. Здесь, конечно, что-то с точностью. Держу в руках. Ну, здесь, конечно, пониже температура показывает. Ну, во-первых, я и тот датчик не калибровал, и здесь тоже, конечно, настройки. То есть, в принципе, работает. Ну, как оно работает, опять же, большой вопрос. Ну, идет близко. То есть, в принципе, нормирующий преобразователь вот такой, этот нормирующий преобразователь рублей 200 стоит, да? А любой взять вот овеновский датчик, он, по-моему, не соврать, 1600 что ли стоит вот DTS-125, да? Не все приложения как бы нуждаются там в огромной точности. Кстати, самый хороший способ проверять, да, датчики, как бы засунуть их в одно место, да, то есть под мышку там можно, ну, у кого на что фантазии хватает, потому что температура тела человека, как известно, 36 градусов. 36,6. Я не медик.
Да, температуру знаю. То есть, в принципе, вот на этом мы приблизились. Ну, в пальце, конечно, температура меньше. Не знаю, ну, пошли. В принципе, я считаю, вполне нормально. Причем я особо не заморачивался с настройками. Здесь есть сдвиг нуля, корректировка нуля, что-то там ширина диапазона. В общем, это, конечно, там инструкции толком нету на эту штуковину. Так, что-то. Ну, в общем, вот так. Все, всем пока. Надеюсь, было полезное видео.